Маршрут дороги дублера Горьковского шоссе. В Казани продолжается строительство дороги дублера Горьковского шоссе. Госэкспертиза одобрила проект второго этапа до трассы М7. Расскажем, как пройдет дорога. Проект поделен на два этапа. Первый – от улицы Несмелого до храма всех религий. Он уже почти достроен. Осталось возвести проезд над железной дорогой. Ведется монтаж системы наружного освещения, подпорных стен и шумозащитных экранов. Второй этап соединит оставшийся участок с трассой М7 возле моста через Волгу. Дорога пройдет от храма всех религий вдоль улицы Завокзальная в Аракчино. Далее пересечет железную дорогу и выйдет на сторону Кузьметьево. Наконец, по улицам Привокзальная и Путейская ее соединят с М7. Предполагается развязка в районе Займища. Строить второй участок начнут в этом году. Весь отрезок составит около 9 километров. Здесь предполагается 4-полосная трасса по 2 полосы в каждую сторону. А для смены направления движения предусмотрят развороты. Въезды на дорогу будут оборудованы специальными разгонными полосами. Расчетная скорость движения до 70 км в час. На сегодняшний день дублер Горьковского шоссе – один из приоритетных проектов, который должен в перспективе облегчить въезд в Казань и решить проблему с пробками. Точная трассировка окончательно не определена, идут согласования. Дорогу дублер обещает достроить до конца 2025 года.